сейчас сквер перед резиденцией президента Игоря Дадона постепенно наполняется людьми, которые сменили лозунги «Долой плохотника», лозунги «Долой». Москву идите, эту вещь держите, Москву идите. Идите, как вам тебе мешает? Иди в Москву! Некоторые протестующие советуют нам ехать в Москву, но мы останемся здесь, чтобы рассказывать о том, как будут происходить события.